Заключительный этап тренировочных занятий проводит в эти дни в Приэльбрусе команда Эльбрусского высокогорного спасотряда. Готовятся они ко вторым открытым межрегиональным соревнованиям поисково-спасательных формирований Северо-Кавказского округа по горным видам подготовки. К предстоящей встрече с коллегами из других регионов наши спасатели подошли со свойственной для этой профессии ответственностью и настроены на победу. Мой коллега Осман Казаков наблюдал за занятиями. Ущелье Адалсу. Эти скалы носят говорящее название «спасателей». Последние 2 года на этих склонах не ступала нога человека. Сейчас за моей спиной сотрудники спасательного отряда «Шхельда» спускают пострадавшего. Все, конечно, условно. В роли раненого не манекена, один из спасателей. Тренировки начались еще 1,5 месяца назад. Команда очень молодая, говорят тренеры. Сперва их просто обучили навыкам хождения в горах, лазанию по скалам и передвижению по перилам. В ходе практических занятий группа уже освоила переправу через реку. Ну, ошибки, которые были или допускались в начале сборов, там, тренировок, мы все искоренили уже, в принципе. Но бывают такие моменты, да, где-то там, на карабине муфту не закрутил или там страхует неправильно там человека, напарника или что. Но это все, такие ошибки, которые можно исправлять. В каждой дисциплине дается определенное время, в которое должны уложиться спасатели. Для наиболее быстрого и безопасного спуска пострадавшего необходимо не только хорошая физическая подготовка и выносливость, но и слаженные действия. Самостраховка! Красную вынай! На скалах эти упражнения команда выполняла несколько раз. Группа отработала спасательные операции на более сложных участках. Задачи здесь те же, но вот приспособлений меньше. Ну, еще у нас осталось, нужно отработать будет каньон. Это в Тырнаузе у нас есть там хорошее место для отработки переправа. Ну, то есть, по условиям соревнования пострадавший лежит на дне каньона. Нужно переправиться на другую сторону каньона, достать пострадавшего и всем участникам перейти тоже на другую сторону, на финишную площадку и продернуть веревки, чтобы свое снаряжение все было при команде. Межрегиональные соревнования спасателей по горной подготовке пройдут в Карачаево-Черкесии со 2 по 7 июля. Осман Казаков, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария.